Я с готовностью умру, служа Келембару. Тише, пожалуйста. Мы тут важные вещи обсуждаем. На этом кладбище какие-то беспринципные личности ищут фамильные драгоценности. А мы с тобой беспринципные личности, которые охотятся на искателей драгоценностей. Как все удачно сложилось. Найди Горема-гробокопателя на поле бедняка. Убеди его, что хочешь помочь. А когда найдешь драгоценности, принеси их мне. Договорились? У меня мурашки по коже от этого места. Тоже охотишься за тайными сокровищами? Слушай, чего скажу. На меня многие работают. Но лишняя пара рук никогда не помешает. Мы с тобой поделимся по-братски, если окажешь нам пару услуг. Нужно заканчивать уже и уходить.